Расскажите, где мы находимся сейчас? Мы находимся возле пекарни. Пекарня, которую мы перевезли из Харькова, это центр города Кропивницкий, большая перспективная улица. Вы, как я понимаю, сам харьковчанин, и ну, у вас там был власний бизнес, точка. Расскажите, что с ним взагалі трапилось? У нас были там две торговые точки, мы на этот год как раз планировали развитие свое. Мы 20 февраля подписали договор насчет третьей точки. Две точки у нас остались функционировать, первые два месяца они работали без остановки, что-то. Там выходные единственное, что пекарям оставляли, давали, потому что не все готовы были работать. У нас один мужчина сказал мне: включите музыку, я буду работать в любых условиях. И у нас одна точка была, грубо говоря, которая обеспечила нам жизнь, вторая точка это была чисто гуманитарка, мы раздавали по районам. А потом, когда война началась, в принципе, уже мы хлебом занимаемся, это критическая важная инфраструктура. Тем более, как город стал, первую неделю был хаос полный. Супермаркеты, хлеб по 150 гривен. Ничего не работает, большие очереди. У нас очереди стояли, наверное, люди по 4-5 часов, потому что мы не можем, физически не могли выдавать больше хлеба. Мы начали выдавать тестом, потому что тесто мы успевали месить чуть-чуть побыстрее, чем этот. Плюс нам друзья очень сильно помогали, рестораторы, которых я знаю, нам привозили продукты, привозили то же самое тесто, муку привозили, потому что первые недели стало полностью, стал город, склады не отпускают ничего. Я выставил в истории просто свое видео, говорю, помогите найти мне муку. За сутки 26 тысяч просмотров, и мне просто за люди в этот самый приносят муку в руках, пачечку, и мы меняли их на хлеб. Ну, а какие черги формировались біля ваших пекарень? Великі? Очень, очень большие. Людей было, я же говорю, очередь, человек мог стоять 3-4 часа. Людей, ну я не знаю, ну человек 200-100% в очереди стояло вот так вот в живой. Розкажіть, це машина, правильно, як я зрозуміла, на якій ви добиралися до Кропивницького? Що з нею взагалі? Я бачу, вона геть. Вона була ще більше геть. Ми коли уїжджали, ну, собственно, чому ми уїжджали? Нам прильот був домой, бусик этот стояв прямо під домом. Получається, його взривною волною просто искосило полностью. Мы его здесь уже в Александрии ремонтировали. Ему прилетели, вылетели полностью все стекла, кроме лобового. Лобовое было в сетку, ну, разбитое. Ну и осколочные ранения у него были. У меня отец попадал 3 раза под обстрелы прямые. В этот день у нас разбивается пекарня, мы ее перевозим на склад, и плюс вылетают все окна. У меня, у сестры начинается истерика, она задыхаться начинает. Я понял, что вот эти игрушки «выживем, не выживем» как-то не сильно нравится мне. Я с собрания, все садимся разговаривать. Говорим, мы завтра уезжаем, куда едем? Непонятно, есть цель Александрия, нас там ждут. У нас торговая точка, одна находилась прямо возле метро. У нас ситуация была, когда начался обстрел сильный, что видно там взрывы по району, в котором мы находимся. Я забрал родителей, забрал жену. А тоді люди, да, у черзі були? Люди в черзі, да. Разбежалась черга, побежали все в метро, и мы уже под закрытие, ну, уже комендантский час, скоро нам домой ехать, мы забираем хлеба, который у нас там есть, и пошли в метро. Ну, люди уже начинают выстраивать там себе какие-то там свои уголки, какие-то там пледы ложить в вагонах, и мы спустились, а тогда проблема была, не кормили еще людей в метро. Много, я не осуждаю, много людей, которые боятся просто на улицу выйти. Там были где-то, где еду взять, но они боятся выходить. Мы спускались, нам пришлось, у нас были сосиски 2 пачки, которые остались. Мы взяли с собой, и было буханок 20 хлеба. И нам пришлось отказывать детям, которым 15 лет, в хлебе, чтобы дать детям, которым по 8 лет. У меня отец тогда с мамой вышли на улицу, начали рыдать. Говорит, я только что не дал ребенку кусок хлеба, говорит, потому что он сильно взрослый. Сильно взрослый, 15-летний ребенок. У нас пекарь здесь работает, который последние дни присутствия нашего в Харькове, когда была целая точка торговая, он у нас выпекал тоже на волонтерской точке, он выпекал на людей. Та сейчас, собственно говоря, продолжает. Ну давайте познайомимось с ним и покажете нам. Добрый день. Ой, покажите, чем вы нас тут смачненьким пропонуете. У нас тут много чего смачного, всякое разное. Расскажите, что найчастіше купляють у вас? Там все берут. Хлеб очень вкусный у нас, его постоянно берут, как бы. А тут смаколики всякие, очень все вкусно. Угу, разумела. Так, тоді... Это, собственно говоря, моя мама. У нас полностью семейный бизнес. Ви також, да, допомагали там у Харкові?
Мама, да, мама бегала, мама дома не могла сидеть, она говорит, мне надо бежать работать, срочно, говорит, дома не хочу, в погребе неинтересно. Это наши любимые пчелки, которые трудятся с утра до вечера. Ирина и Анна спряталась. И Артем, это наш шеф-пекарь. Вот это, собственно говоря, пекарь, который приехал на разведку, грубо говоря, в Крапивницкий, который у нас работал в Харькове. Он готовил хлеба просто на гуманитарку. Мы там и познакомились. Победим. Вернемся домой.